Здравствуйте, я Дэдпул, и с нами... С нами Серж Брантон. Да, и мы сегодня будем играть тем Стар... Нет, я не помню, как это называется. Извините. Ну, Старфилфит, мы будем ее играть. Кстати, я снимаю тоже. Всем привет, с вами Серж Брантон, конечно же. Точнее, Спанч Боб, но и Серж Брантон одновременно. Привет моим подписчикам, привет твоим подписчикам. И привет моим подписчикам второй раз. Извините, я сегодня снимаю в первый раз, так что не судите меня строго. Я тебе потом скину ссылку на мое видео, хорошо? Хорошо, спасибо. Ну давайте начнем. Давай, я командир, нет, подожди, я еще никогда тебя не пригласил. Сейчас, давай, вызывай меня. Давай, заходи. У меня корабль третьего ранга, Linux, кажется, ранг третий. Всем привет, прикольная вещь, мне очень нравится. Люди, которые меня смотрят, я думаю, вы поймете мое первое видео, и не судите меня строго, и мы будем снимать только до 10-го, до 8-го ранга. После этого ранга мы больше не будем, я больше не буду снимать. Я буду снимать другую игру. Но я буду еще эту игру снимать даже после 20-го ранга, потому что мне эта игра очень нравится. Возможно, я буду Я тебя расстрою. Только 15-й ранг максимальный. Так мы будем играть или нет? 15-го ранга. Ладно, никому не суть, давай начнем играть. Да, никому не суть, это точно. Давай начинаем. Ты готов? Угу. Как хочется сейчас быть на первом месте. Я же на видео, не хочу опозориться. Да. Мы сегодня будем играть, кстати, на золоте. Да, кстати, в следующий раз мы будем играть с кем, скажи, пожалуйста. С ассасином. Точнее, с Дариэлте. Угу. Мы его тут знаем как ассасина. Наш Спанч Боб знает его как... Я его знаю как ассасина, так что... Детайкс. Ты, кстати, играешь мелким, да? Ну, давай мелким поиграть целую игру. А только третий уровень я буду играть на большом. Ага. Кстати, вот этот наш самолет называется Мелкий Гад. Это кличка моего самолета. Ай, такой лагает, лагает. Так, понятно. Но у меня тоже лагануло. Ну, уже отлагало. Ну, чуточку лагает, но еще уже меньше. Так, где все враги? Ищите, у вас будет болеть голова после этого видео. У меня не будет. Нет, это будет у наших подписчиков. Почему это будет? Ну, или у наших просмотров, потому что мы будем куча раз крутиться, куча раз будем вот так поворачивать. Потому что эта игра, хоть и не сложная, но тоже есть. Кого я убил? А неужели? Вот вы сами видите, почему мелкий... Ой, у меня так глюкануло удобно. Очень не глюкануло чисто в нужное место. Извините, то, что я не играю на своем мачете, которые хорошие. Просто мне надо их прокачивать. Мне уже не надо мачете прокачивать. Я какого-то старшего лейтенанта нашего помогаю ему выжить. Спасите, помогите, меня он убивает. Кто тебя там убивает? Тебе нужна помощь. Никто, я уже выжил. Спасите, помогите, я уже выжил. Ну это да. Кстати, как говорится, не поспоришь. Помогите, меня никто не убивает, но мне нужна помощь, не знаю почему. Давай, умираю, да. Кстати, извините, если что, я знаю карту, где кто появится, так что вам не будет скучно. Ой. Ну, когда наш Спанч Боб прокачается, мы будем играть на новой карте.
Да, но я свой корабль менять не буду. Мне он дорог. Вот. И кстати, Смач Боб, расскажешь, какой ты корабль копишь? Это Linux M. Я уже рассказывал в самом начале. Он может становиться, кстати, невидимым. Его никто не будет видеть. Хотя главный игрок будет видеть, как он только лагает. Кстати, правая кнопка мышки это ракета. Очень хороший. Правая кнопка мышки это ракета. О, мне как залагало. Я тебя еле-еле слышу. Что ты там говорил? Я говорил, да уже не важно. Мне кажется, или ты чуть-чуть отключил микрофоны? Ну ладно, значит, это у меня лаги. А, все нормально, значит, лаг. Извините, то, что у нас так лагает, но у нас не очень... У меня вот чисто не очень поддержанный компьютер, что я могу играть, у меня без лагов будет. А, кстати, еще лаги могут быть. Первое из-за скайпа, второе из-за записи. А есть это вместе? Это гигантский лаг. Какой гигантский лаг? То, что если мы играем, например, на скайпе, с друг другом говорим, а еще снимаем видео по фрапсу, то это гигантский лаг. Это гигантский лаг. Только у меня не все лагают. Ну так, лагает довольно-таки, но терпимо. Подлагивает, как говорится, если мелкий лаг. Мелкий лаг, у меня мелкий лаг. А, кстати, Спанч Боб, а ты сейчас снимаешь какое-нибудь видео? Я сейчас снимаю видео, вообще-то. Про какую-то игру? Или расскажи, ну, про последнюю игру, что там? Я уже не помню, что я снимаю. Я снимаю про Dishonored. Я, извините, не смотрю видео. Я только скажу то, что оно вышло только сегодня ночью. Из-за этого, только из-за того, что ему понравилась не, игра. Нет, предыдущее видео было про Фьорби, а про игры это было про Dishonored. Блин, сейчас я беру, стреляю, а берет корабль прилетает мимо моей ракеты, которую я выстрелила. Ну, смотрите, у нас сегодня получится не очень большое видео, мы сегодня сыграем один бой, а так обещаю, если мы будем играть в PvP, то мы будем играть 3 боя, или хотя бы 2. Ну, не знаю, я бы один бой сыграл, PvP тоже большие бывают. Ну, мы еще посмотрим, сколько это будет занимать места, если будет много занимать, то мы будем играть одну игру. Я тут прижал просто. Я что он должен занимать? Я же потом удаляю, понимаешь? Я же их выкладывать, а потом удалять. Ну, ты тут вообще, кстати? Я вообще мочу капитана. Я, кстати, вот уже замочил. Не, большого капитана ты забыл у нас. Там всегда два. Один мелкий, другой большой. Ты на первом месте, поздравляю. Я? Да. Да ладно, я на мелком самом корабле. Смотри, снова так же. Я беру, захожу посмотреть, на каком я месте, и заканчивается игра. Ай, блин, ну ничего, в следующий раз я буду тоже на первом месте. Вы еще увидите, как я буду на первом месте. Он будет на первом месте, потому что в третьем раунде или во втором он всегда... Мы сейчас будем все равно играть на данный. Я когда-нибудь буду на первом месте, я тебе обещаю. Я когда-нибудь стану на первом месте, когда я тебя обгоню. Я тебя уже несколько раз обгонял. Я уже 2-3 раза только обогнал. 3-2. Это нищетово. Вот когда ты меня будешь обгонять уже 5-й раз, вот тогда я буду говорить то, что ты хорошо играешь. А пока ты меня обгонишь 5-й раз, то я буду говорить, ты играешь так же, как и играл в начале. Ой, конечно, блин. Я вам скажу то, что на втором уровне лучше бочить башни, потому что они, если ваших всех убьют, то они будут убивать всех сразу. Пока вы лучше убейте сначала башни, потом уже убивайте все остальное, то, что... Я играю лучше, чем играл, когда в самом начале играл. Поэтому не надо мне тут говорить. Я уже лучше. Я просто сказал образно. Да. И не сказал точно. Ну
Потому что, как я раньше играл плохо. Это да. Мы его всегда отправляли с другом, чтобы он охранял базы, когда умирали. Кстати, две базы. Одну базу осталось, которую я сейчас случайно сделал суперку, чтобы любой, кто меня выстрелит, все равно я останусь живых. Я сейчас около самой ближней базы, которая к нашей, которая к нашему возрождению. Ага. Ну, я дальше пошел мочить пушки, я вышел из аркады. Вышел, меня никто не мочит, я сказал. Я сказал, меня никто не мочит. Сколько за мной людей было? Не знаю. Мы с тобой идем почти что наравне. Ну ладно, я еще буду на золоте. Так, на А, Спанч. Да, что ты мной командуешь? Я уже могу с самим собой командовать. Я уже могу быть самостоятельным, хватит командовать. Прощай, это было надо, но уже все, я сам. Да, как говорится, прощай жизнь, как говорится, раба. Я не буду делать никогда слушать. Так, ладно, ну тогда я буду пытаться... убивать, а не ладно. Не порти репутацию Спанч Боба в мультике. Спанч Боб в мультике всегда веселый, а ты грустный какой-то. Почему я веселый? Почему я не веселый? Я веселый. Выдавливаю смех, это значит не мужик, а баба. Ты о чем? Ты баба. Почему? Не знаю. Я просто так тебя обозвал, и что. Вот я против бы, иди на. А что тебе, кстати, чем понравилась эта игра? Можешь сказать? Чем тебе игра понравилась? Я не понимаю, что ты говоришь. Чем понравилась тебе игра? Это? Да. Тем, что она прикольная. Чем она еще может понравиться? Блин? Тем, что она прикольная. Тем, что нравится ее качество. То есть у нее качество. Качественно сделано. Мне понравилось то, что качественно подумали все-таки, как сделать корабли, чем они отличаются. Не сделали один и тот же тупо корабль для... Или перекрасили. У меня убьют. Все, мне кобзет. Я сейчас бью захватчика, который меня убьет, походу. О, нет. Я пока что заныкаюсь и буду стрелять в босса при наныкалке. Идет подкрепление, готово получить табу. Я пока буду мелких валить, мне позволит только это пока что. Я вас защищаю, я убиваю командора. Меня убивает босс. Командор понял то, что я сейчас слабак самый. Все, я сдох. Ты сдох? Да. Нет, ты еще живой. Какой ты сдох? Нет, ты сдох. Следи за мной. Слежу. Ну, короче, я такой босс, если что. Все, наш выиграл. Наш король Бигфута. Какой король еще, блин, Бигфута? Король Бигфута приюта. Ладно. Сейчас я хотя бы должен быть на втором месте. Если он сейчас будет выше не меня, буду на первом месте, молчи, я не буду. Если он сейчас будет выше да меня, не буду. Ты... Если ты сейчас будешь выше меня, и я думаю, ты будешь выше меня, то я буду тебя поздравлять. Ну, конечно же, нет. Ну, почему? Это было очевидно, в принципе. Я на первом месте, Спанч Боб на втором. Все равно поздравляю. Ты все равно хорошо сыграл. Ну ладно, всем до свидания. В следующей серии с нами, возможно, будет играть сосед. Всем пока. Все.